Парковка будет единственной и бесплатной, но это пока не точно. Сегодня чиновники ГИБДД наконец рассказали, зачем отделили сплошную зону на Октябрьском проспекте. Речь идет об участке от улицы Некрасова до Красноармейской. Зону парковки на Октябрьском проспекте увеличили за счет сплошных линий примерно неделю назад. Водители не сразу поняли, что лишились одной полосы движения. Привыкнуть к такому большому количеству парковочной зоны не могут до сих пор. Сегодня начальник УДПИ подтвердил, что теперь посередине проспекта будет единая парковочная зона. Сделано это якобы ради безопасности пешеходов и водителей. Зону парковки обнесут ограждением, и водители, которые здесь паркуются, будут вынуждены идти до ближайшего пешеходного перехода. Вдоль Октябрьского проспекта на этом участке парковка запрещена. И водители смогут парковать свои транспортные средства только на этой выделенной зоне. Соответственно, на полосах движения, там, где должно осуществляться движение транспорта, остановка и стоянка будет запрещена. После того, как парковку отделят от проезжей части заборами, ловить нарушителей будут с помощью системы «Паркон». Закончить проект планируют к концу этого года. Денег на ограждение пока нет. Как сегодня сказал Евгений Лунев, это не последнее изменение в дорожном движении. Готовится целый комплекс нововведений. Как говорят сами кировчане, зима и работы коммунальщиков покажет, как будет работать новая парковка. Обычно ее и одну полосу движения на Октябрьском проспекте дорожники просто заваливают снегом. На вопрос, будет ли парковка платной, начальник дорожной и парковой инфраструктуры ответил неоднозначно, что пока она будет бесплатной.